Варвара Караулова пыталась спасти своего возлюбленного. Она писала вербовщику ИГИЛ, что за ним охотятся российские спецслужбы. Но сегодня в ходе суда стали известны новые подробности переписки девушки. Когда в зале зачитывали сообщение, Караулова расплакалась. Она пояснила, что не хотела подставлять своего избранника. В прошлом году девушка попыталась сбежать в Сирию, чтобы присоединиться к террористам. Варвара втайне от семьи улетела из Москвы в Стамбул. Девушку задержали на турецко-сирийской границе и вернули в Россию. Некоторое время она провела в больнице, затем вышла и вновь начала общаться с экстремистом. Причем они переписывались через специальные, уже перепрошитые гаджеты. Как рассказал отчим, сотрудник ФСБ передал ему телефон, планшет и ноутбук для Вари.